Всем привет, с вами Сума. Сейчас мы будем смотреть на обнову Lost Light 30 сентября, которая была вчера в 3 часа ночи. Я вчера, грубо говоря, не дождался, вот, поэтому записываю только сейчас. О, почему так много? 1,7. Почти 1,8 гигабайта скачается. Вот. Ну, пока качается. Я нажму на паузу. Как только скачается, то мы сразу продолжим. Итак. Осталось 4 секунды. Так, последние подготовки. Качалось, ну, не знаю, около 15 минут. Так, простите, немного приболел. Так, итак, дорогие светлячки, в Lost Light Legend 30-е, короче, ага. Содержание обновления. Улучшенные боевые алгоритмы искусственного интеллекта, более подвижные в бою стали. Так, оптимизирован эффект кровотечения. Цвет крови, отображаемый на экране, заменен на серый. Ну, это, скорее всего, для того, чтобы... для того, чтобы, ну, короче, в Китае пройти все вот эти, ну, не знаю, ограничения, там же кровь зеленая, ну, короче, нет. Оптимизированная отдача от преодоления. Это отдача какого преодоления, расстояния или чего-то там еще. Так, распределение видов дробовиков изменено более равномерно. Так, оптимизированные игровые спецэффекты. Улучшена анимация смерти персонажей. Теперь тела мертвых персонажей не остаются на поле боя, а тела будут превращаться в светлячков и растворяться. Ну, это наподобие, как вот, если смотрели Arena Breakout всякие видео, там цифрами такими смерть отображается. Вот. Так. Карта. Так, доступна карта фармацевтическая компания. Усовершенствованная фабрика БАФ, усовершенствованная Акияма и ветреная гавань. Так, ну самое интересное, это была новая карта. Посмотрим. Так, система. Переработана начальная миссия, добавлена награда с оружейным кейсом для малого оружия и руководства. Ну, это, скорее всего, для меня новичков. Будет новый оружейный кейс в подарок, будет какой-то. За выполнение миссии. Так, теперь вы можете найти все компоненты в своем хранилище при нажатии на слоты компонентов и в выборе доступных на экране модификации оружия. Ну, это, наверное, магазины, там еще какие-то всякие части оружия. Вот. На экране ремонта брони теперь не отображается элемент класса брони. Это как было, допустим, пятый класс брони, там сколько-то раз его отстрелят, ты его ремонтируешь, и он там становится, допустим, четвертого класса. И там показывалась такая шкала, сколько осталось
жизни с 5 класса до 4. Нет. Новые миссии Эбигейл. Это новый этот. Новые задания появятся. Посмотрим на эти задания. Так, переработано отображение предметов. Непонятно, какие. Новый рейтинговый режим. Собирайте боевые карты, чтобы стать абсолютным чемпионом. Вот, откроется рейтинговый режим. Для ПК, который будет доступен для загрузки на нашем сайте, на официальном сайте lostlight.game. Это все понятно, это надо будет посмотреть в будущем. Посмотрим, если мой ноутбук 2009 года выпуска это все вывезет, то мы на это все посмотрим. Вот, новая погодная система, разнообразные погодные эффекты, например, туман будут появляться на поле боя. Все, мы сейчас посмотрим саму игру. Итак, бегло посмотрим. А дальше будем разбираться. Так, что у нас здесь? Так, что у нас здесь? Достижения. Не добавили истории. Данные здоровья. Ага, добавилась кнопка быстрое лечение. Правда, не знаю когда, но когда-то добавилось. Основные данные. Так. Так. Ну, тут ничего не изменилось. Единственное, теперь на иконке слева показан уровень. Я, правда, не помню, как давно он добавился. Вот. Есть новое задание, потому что у нас новый NPC. Так, вот оно, да, последнее. Тут у меня все пройдены. Так, новый NPC. Опа. Исследуйте фармацевтическую. Так, и беги. Посмотреть. Так, давайте пропустим. Так, эвакуируйтесь. Дадут нам ключ от фасовочной комнаты на первом этаже фармацевтической зоны. Нормально. Принять. Кстати, ребята спрашивали, где ключи, зачем их у Хайди в магазине продают, там карты всякие, никто не знал откуда. Вот вам, пожалуйста, все эти карты были для новой карты. Так, ну, давайте пойдем. Ага, миссия мародера не упомянули. Так, у меня остался последний этот дефибриллятор, но никто не продает. Так, возьмем с собой какое-нибудь оружие. Какое-нибудь такое. 103. Так, где у нас? Что у нас?
магазин, да, что-то тут изменилось, все, как-то красивше стало, для калаша, берем его, невозможно, так как так-то, что-то странно. Ну да ладно, попробуем здесь. Еще такие же зарядимся. Вот такие же. Так, какие ключи у нас есть? От карты, от компьютерного зала, на пятом этаже с данной карты. Так, это меня когда-то видел. Не знаю, где он ушел. Этот тоже нашел. Что там у нас? Ключ карты от зала управления компании в здании А. А тут. От компьютерного зала на пятом этаже. Так, это бомбоубежище. Это тоже бомбоубежище. И был еще один ключ, я вчера находил вот здесь он, по-моему, вот этот. Нет, это хозяйство. Какой-то такой серенький ключ он был. Серенький. Это что-то я стрелочку. А вот, нет, да. Это что в нерудное хозяйство? Тут домика на берегу реки. Чего делал? Ну что, профукал? Подожди. Погодите. Он, по-моему, был. Чего? Какой тут ключ? Какой ключ? Где он, кстати? Институт, опять институт. Чего? Где-то я находил ключ, но где он делся, я не знаю. Где-то, походу, профукал. Так. Ну да ладно, что мы тянем время. Давай возьмем с собой какой-нибудь рюкзачок. Вот этот. Этот выгрузим обратно. Так, ну давай поглядим, застрахуемся. Так, фармацевтическая компания. Ну давайте посмотрим, кстати, эти рейтинг, давайте посмотрим, что у нас по рейтингу. Опа, запуск, сезон первый, с 15 сентября по 30 сентября. Прикольно. Обучение. Постарайтесь выжить и собрать как можно больше боевых карт, побеждая других сильных кружков. Вы также можете убивать мародеров или собирать припасы на поле битвы, чтобы получить. Шаг 3. Есть 3 условия для открытия точки эвакуации, и карта битвы является наиболее важным из них. Шаг 4. Откройте личную точку эвакуации в любом месте зоны, сейчас или никогда, для эвакуации. 5.
Шаг 5. Точка эвакуации с условиями имеет свою цену, но дает доступ к быстрой эвакуации. Прикольно. Так, вот. Карта. Я заяц. Карточные очки. Так, заяц 1. Так, готово. Подтвердить. Ну все. Видите, теперь заяц 1. Все. А всего будет 3 зайца. Вот одна у нас есть меточка. Так, что у нас тут еще? Так, вот тут на карте новое появилось. Да, полезного ничего не понимаю. Вот так. Ну, давай, продвигаемся. Так, так же как и на Харбор. 12 человек. Да. Есть светлячки. Идем тестировать. Так. Что-то рейтинги ночи на китайском что написано. Не переработано. Выход там, выход за карту. Выход за карту. Выход по спецназначению. Какие там нужны условия, непонятно. Ну, тут обычно. Так, смотрим. Так, новые здания, новая. Тихо. Матч начался. Призываю фонд, говорит, собирайте боевые карты, чтобы выиграть главный приз. Условия личной эвакуации. Карты 0 из 50. Ого, 50 карт надо собрать. Так, сейчас открывается через 10 минут. Боевые карты служат ключом для эвакуации. Все как-то. Ага, я могу выбрать любую точку эвакуации. При условии, если я соберу 50 карт. Эти. Так, с оружием нельзя выходить на приморский причал. Со шлем, короче, полностью голым надо выйти. А этот, опа-на, сканер. Что за сканер? Ага, ух ты, показывают, где мы находимся. Короче, если ты шевелишься, да, короче, нельзя выйти с оружием. Короче, пока ты шевелишься, у тебя обнаружат сканер. Как его узнать, где он идет? Так, это мы где? Портовая зона. Район складов. Да, новая карта, новые приключения. Так, еще подлагивает. Да, вот это будет интересно. Канцелярский нож. Опять вернули старую кнопку подобрать все. Мне интересно. Где этот подземный район? То тут где-то. Небось. Так. Так, давайте по первому этажу пробежимся. Для начала. Где-то бот. Опа, нахера. Склад. Ой-ой-ой, бот стоит. Закрыть. И другие двери поменьше проверим. Комнатки. Ну, разблоки. Опа, на. Ключ от... Ага, вот он. Ключ от здания. Секундочку. Вот он. Ключ от зала управления в гавани. Да-да-да, похоже на, как на Харборе там, что-то этот. Давайте. Вот, три карты есть уже. Ага, они могут находиться где угодно. Понятно, бейсбол заберем, воду заберем. Так. Рукоять. Блин, неудобно подобрать все. Надо куда-то убрать эту кнопку.
Так, подождите. Где это все подобрал? Ну, заказ, давай. Где эта кнопка подобрать все? Все по ходу. Как-то неудобно они сделали кнопку. Изменить ее нельзя. Так, это вернем обратно. Так, так, так. И все же. Все же. Что есть такое? Непонятно. Так, сохрани. Все, ладно, погнали дальше. Так, закроем. Нету ничего. Интересно, будет или нет. Ух ты. Ага, это я в большой склад вернулся. Да ладно, пошли ботом вольнем. Идем еще. Отвертка не интересует. Новичков тут уже мало. Ой-ой-ой. Спалился. Почему так лагает? Части от фуникулера. Тут, я думаю, нам не нужно. Куча комнат. Мама, не горюй. Полчаса пролетят незаметно. Вот их как-то так. А, невозможно еще переместить сюда, да? Прикольно. Камера. Вот это да. Хоть совмещать можно. Уже радует. Так, ладно, будем двери закрывать. Вдоль эти двери вообще нет. Так, это у нас на выход, я так понимаю. Да, выход на улицу. Туда мы... Опа. Ключ от склада на втором этаже в гавани. Понятно. Ой-ой-ой, спалился. Через 3 минуты открывается. Новая звучка. Так. На третий этаж. Так, это чувак там подо мной. Так, ну это уже интересно, интересно. Ложка. Заберем. Заберем все. Так, идем. Назад. Так, вот у нас. Ой. Интеркрафт подсвечивается. Добить.
Оп, растворился. И полетели. Светлячки полетели. А ящик? О, а ящик? Ящик забаговался. Вот жопа. Так, ну это круг сделаем. Так, а теперь что у меня мутняк такой? Это он из-за того, что он по мне попал? А, переломано. Так, кого-то запалили. И он показывает, где запалили. 43 и 28. Кого там запалили, показывают, какие у них уровни. Опять далеко не находятся. Через минуту откроется выход, на котором можно выйти. Так, ладно, быстренько проверим, что тут есть. Берем. Блин, я еще один склад не залутал. А время уже как бы 10 минут прошло. Через 30 секунд. Где ты откроешься? Интересно. Нет. Паяльная лампа. Да, еще третий этаж склада не за это не залутал. Кто поблизости? Ага, ищите выход сами, называется. Так, а если все скинуть? И вот это скинуть. Откроется выход. Да, выходы открылись. То бишь можно все скинуть. Когда надо будет к выходу идти. И перед выходом, короче, скинуть и все. И все будет огонь. И тогда со спокойной душой выйти. Так, в принципе, ищите выход, называется, сами. Ну, где-то он тут был. На карте нарисован. Значит, просто. Давайте. Погнали. Ой-ой-ой. Понял. Новый звук. Ух ты. Нокнул его сразу новые звуки. Ой-ой-ой, перелом ноги, не могу прыгать. Ты еще боты на это шо. Так. Бронька. Да, короче, если ты забыл этот самый оружие свое. Кто там по мне стреляет? Если ты забыл свое оружие засейвить. По барабану. Ух там, что 109. Ага. Херов снайпер, да? И опять боль. Показывает, сколько метров снайпер. Ой-ой-ой. Прикольно, я его вижу. Я его вижу. Как с пули свистят, прикольно. Он не даст бота за
залутать. Воу-воу-воу, не-не-не, друг. Так, зона что, закончилась? Нет, я в зоне. Так, бейсбол. Руки капнем. Так, идем. 109? Ты что, 109 уровень у чувака? Или как понять? Так, идем, короче, к нему. Ой-ой-ой. Прикольно, прикольно, конечно. Да. Короче, ребята, вот так меня и убили. И карта. Ой, карта довольно-таки обширная. И лутаться тут есть, где подлутаться. Мы пока сдадимся. Так, карты я не вынес. Поэтому... 8К250. Санка была. КФ-416. Так. Ну, в принципе, шо. Так, магазин, находясь, вы можете покупать предметы в магазине. Так, это мы уже знаем, это для новичков. Так, ну в принципе, продолжим в следующем видео. Вот, а сейчас на этом пока все. В следующем видео будем выполнять миссию и смотреть на карту просто. Может, пробежимся, я не знаю, может, там еще что-нибудь посмотрим. Как-то так пока. Ну, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, пишите, где что хотите посмотреть, будем что-то тестировать. Пока, всем спасибо за внимание, всем пока.